бывают переломные моменты, связанные с цивилизацией всей полностью, когда что-то происходит, что меняет вообще цивилизационный код всех землян. А бывают, конечно, переломные моменты, которые, ну, например, связаны с одной определенной территорией. Ну, вот как Ижевско-Воткинское восстание. Это же действительно было очень сильное историческое событие, которое кардинальным образом поменяло всю расстановку сил. И самое интересное, что ментальность людей, живущих на этой территории. Это вообще-то на самом деле достаточно просто. Надо же понять, что это русские люди. Ну так, российские, скажем, да, потому что, ну, а и русские, и грузины, и армяне, и евреи, которые оказались в этой гражданской мясорубке, и вдруг неожиданно по разные стороны, когда же действительно брат шел на брата. Один брат в Красной армии, другой брат в Белой армии. Ну, потому что сумасшествие же это. Это же общее сумасшествие. На самом деле, надо подняться над этой ситуацией, ну, как бы, противостояние, подняться и понять, что это люди. И с той, и с другой стороны это люди. Мне кажется, что знамя этой дивизии сегодня для нас приобретает совсем другой смысл. Конечно, память о гражданской войне осталась в наших городах в основном памятники красным героям. Хотя я убеждена, что в гражданской войне героев не может быть ни белых, ни красных, ни зеленых. Это общая трагедия. И сегодня нет задачи уравновесить эту память памятниками участников белого движения. Мне кажется, нужно сейчас соединять эти две противоборствующие стороны в каких-то символических памятных знаках, которые позволят нам сейчас уже не разделять эти стороны, а примирить их всех в нашей общей памяти, как наших общих предков, потому что в каждой семье кто-то воевал за красных, кто-то за белых. Сейчас нам важно поставить точку в этой национальной трагедии. И знамя Ижевской дивизии, которое не побывало в боях, это знамя не обогрено ничьей кровью. Оно с изображением лика Христа. Наверное, это очень хороший символ примирения. Потому что, ну, как сказано в заповедях Христовых, надо помолиться и за врага своего. И, наверное, настало время этой общей молитвы за всех тех, кто считал себя врагами. Удивительно, насколько быстро и насколько радостно откликнулись, собственно, вот иркутяне, а именно служители этого храма. Там есть мастерская по изготовлению церковной одежды, церковной утвари. Они сказали, что они могут, да, восстановить это знамя, ну, сделать копию знамени практически один в один. И мы сразу с ними договорились, что да, мы заключаем с ними договор. Мы договорились, что мы делаем аванс, но при этом уже тогда было понятно, что мы не можем сделать это таким, знаете, действием одной организации или там, небольшой группы людей. Вообще действие должно быть гражданским. Как строился Михайловский собор наш в Ижевске, мне кажется, точно так же мы должны отнестись к возвращению этого знамени. То есть жители города должны принять в этом участие.